Снимаю, Вован. Значит, вот так вот мы с Вовкой едем в поезде. Поезд, короче, слипер. На вентиляторах лежат кроссовки, чтобы их банально не сперли. Вот цепочка. Так пристегнут мой рюкзак. А вот смиренный ваш слуга. Он же Лысый Михаил. Вот, там лежит Вован Брахмапутра, которому на самом деле ему обломно. Обломно в чем? Вот это вот тело, ему, короче, тупо холодно, потому что вот оттуда откуда дует ветер. А мне хорошо. Да, мне хорошо. Причем Вовка мог бы быть на моем месте. Напился, теперь будет. Сам себе хуже. Обращаю внимание, да, что там кроссовки на вентиляторах, дабы не сперли. Мои лежат в ногах. Я лежу в крайне охрененно неудобной позе, но ничего страшного. Возможно, это к лучшему. Моя карма очистится. Вот. Так что, блин, не оставайтесь с нами, не переключайтесь. Вовка и кроссовки с вентилятором прощаются с вами, блин.